Ребят, всем привет, с вами Санек. Сегодня мы с вами продолжаем охотиться с Хэмишем Синклером. Теперь у нас, да, охота, еще раз повторюсь. Мы идем с ним на охоту. Так, пришли к нему домой. Третья часть у нас. Ветеран. Привет, Хэмиш. Артур, здорово. Заходи. Ну, туда они болтать начинают, смотрите. Ты говорил, что мы сходим, можем сходить на охоту. Так и есть. Последнее время меня преследует огромная волчица, но она может подождать. Давай поговорим. Ну да, давай. Все ли болтают? Так чем ты занимаешься? Я странник. Родился на севере, но много времени пробыл на западе. Забавно, я никогда не считал себя странником. Вот они болтать начали, рассказывают друг другу о жизни и так далее. Проходит какое-то время, трупов было столько, что можно было пройти через все поле, не касаясь ногами земли. Ого, плохое было время. Да, это да. Они до вечера уже почти досидели. Хочешь еще кофе? Да, пожалуйста. О, Хэмиш угарный тип. Что это у нас? Да, она вон там. Так близко? Вон волчица. Она испытывает наше терпение. Ну же. По коням. Ну и мы помчимся сейчас за волчицей. Ну же, она пошла налево, вокруг озера. Она где-то здесь. Ну, мы погнали, теперь будем искать ее. Я сразу ствол достал, на всякий случай. Не отставай, нужно брать ее, пока она здесь. Волки не должны подходить так близко к людям. Да, это странно. Когда вся страна была дикой, они могли гулять, где вздумается. А теперь они прячутся в немногих оставшихся нетронутых уголках. Знакомое ощущение. Ты это слышал? Да. Быстрее, сюда. Вверху, вон там, на козырьке, видишь ее? Давай ее обойдем. Да, вон волк, я хотел выстрелить, но у меня не получилось. Ладно, я с тобой. Помчались. Мы идем по ее следу, ну же. Я сразу пытаюсь найти следы, но пока у меня не видно, не дает мое зрение, не могу увидеть следов. Черт, я ее не вижу. Давай поднимемся на вершину и осмотримся. Бьюэльт обожает холмы, верно, мальчик? Тебя сеном не корми, только дай полазить по склонам. Так, вон видим, кстати, подсказка появилась, как на обычной охоте. Что тут у нас, свежая добыча? Возможно, кровь уже застыла. Сейчас взгляну. Так, Хэмиш сейчас глянет. Выследит этого волка. Давайте посмотрим. А, это был ее ужин. Куда она делась? Сейчас он будет ее искать, да, я так понял? Здесь идут следы, смотрите, я вижу след. Сфокусироваться можно на следах. Ну, давайте попробуем. Выследить. О, я тут заметил, кстати, кости. Думал, может быть, здесь есть кость динозавра? Но так и не нашел ее. Тут целая прорва этих куда-то туда. Куда она пошла? Так, продолжаем искать. А, вот она. Что-то она вдруг застеснялась. Куда-то ведет нас волк, походу. У тебя как там? Остались еще силы? Если надо ее догнать, давай догоним. Ну ладно, пошли. Погнали. Ищем этого волка. Скорее, пока она не исчезла. Ускоряемся. Мчимся за ней. Следы пока что выслеживаем дальше. Музыка пошла, пошла музыка. Нормально, нормально, идем. Так. Пока что просто идем по следам. Черт, слишком медленно. Похоже, она направилась к лесу. Так, куда она нас заведет? Так, придется выслеживать ее в зарослях. Тут нужно пешком. Так, на лошадях уже не пройдем. Отправь свою лошадь в безопасное место. Уходи, мальчик, тут рядом волк. Все, лошади, короче, ускакали. Теперь мы сами по себе, без лошадей. Да, она зашла туда. Нам надо ее выследить. Ну что, ты пойдешь вперед или я? Я бы хотел, если не возражаешь. Так, иди по следу, я за тобой. Так, след. Хорошо, след вижу. Ага, Хэмиш пока за нами идет. Я нашел след сюда. Так, куда же он ведет? Главное, чтобы не пропал. Пока что продолжаем выслеживать. Пошли вперед.
Я за тобой, не торопись. Бежим, бежим. Заметил что-нибудь? Только следы. Так, мы спускаемся туда. Хорошо. Пока что ходим по зарослям. Мне, кстати, было страшно. Думал, где-нибудь волк обязательно выскочит. Но пока все безопасно. Тем более я не один. Со мной великий Хэмиш, ветеран. Да что может случиться, если мы ее не уложим? Она украдет курицу? Это меня не беспокоит. Но я уже потерял ногу, и мне приходится снимать штаны, чтобы посрать в этом лесу, так что... Да, это терять не стоит. Понятно. Эй, смотри, что это там? Подберитесь ближе к волку. Волк стоит. Эй, смотри, туда, это волчица? Спокойно. Я не стал стрелять, потому что непонятно, что будет происходить дальше. Хэмиш вроде не стреляет. Так, волк нас заметил. Поход, пора стрелять. Боже мой, еще пожаловали. Короче, их тут много, это засада. Ого, три волка я вижу. Меня начинают грызть, одного я валил. Четверо волков. Черт, сложно слишком. Пора походу действовать по-другому. Так, Хэмиша надо спасать. Он там бьется против волков. Я такой думаю, блин, где же... А вот, целых два волка. Стрелять надо, убивать их быстрее. Я глаз вырубаю и начинаю садить по уязвимым точкам волков. Все, вроде всех волков завалили. Ух, можно передохнуть. Ты жив? Я был уже готов полностью безоговорочно. Но думаю... Не думаю, что волки бы нас пощадили. Вот это была засада. Настоящая западня. А где же настоящий волк? Это тот самый. Чудовище волк. Вот он, смотрите, он оттолкнул его. И прям на Артура, черт, прям на меня набросился, тварь. Надо вырываться, вырываться. Он полосатый, смотрите, какая раскраска классная. Такого волка не встретишь, ножом просто его, на. Ну и тут, я думаю, а что делать остается? Просто в морду в его. Все, контрольный. Ты жив? Да. Черт. Здоровый гад. Это были все? Кажется, да. Посмотри на него. Величавая тварь. Опасная тварь. Они привели нас сюда, чтобы напасть из стаи. Ты пришел поохотиться. Ну да, и похоже, что поохотились на меня. Возвращаешься в хижину? Нет, еще рано. Пока побуду здесь. Освежую зверя. Такого я еще не скоро встречу. Да, надеюсь, что я тоже. Спасибо, что взял поохотиться. Да не за что. Если захочешь снова сходить на охоту, зайди ко мне. Ну, пока. Эй, погоди. Возьми-ка шкурку. О, спасибо. Ты ее заслужил. Прощай. Так, ну все, ребят, с Хэмишем поохотились. Волка, чудовище завалили. Ну, я его так прозвал. А на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в новых видосах. Еще раз, всем пока.